Стихотворение называется «Ангелы на земле», посвящено всем творческим людям. Житье наше просто, обычные люди, а в чьих-то глазах мы немного смешные. Ни пекари, ни лесорубы, ни судьи, ни лекари даже, мы просто портные. Мы штопаем души, что будто бы молью проедены страхом, усталостью, болью. Сошьем доброту, лишь бы нитки не рвались, а выкройки нам по наследству достались. По меркам старинным любовь и заботу мы шьем и кроим неустанно прощенье. Без устали делаем нашу работу, а радость в глазах — это вознаграждение. Не воины мы, силы нет и отваги. Зачем нам щиты и кольчуги и латы? Мы даже не знахари, даже не маги. На дырах вселенной мы ставим заплаты. Георгий Линжетов, в помощь. Споем песню о любви. Авторскую, да?